Пробудись, Кыргызстан, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Пусть Бог вас благословит и всю вашу семью во имя Господа Иисуса Христа. Сегодня суббота, 10 июня, и мы начнем сегодняшний день, хорошо, с молитвы Богу. Мы сейчас обратимся к Господу нашему и попросим, чтобы Он благословил сегодняшний день. Аминь. Давайте обратимся к Богу сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа, мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве. День начинается, мой Господь, и мы просим, чтобы Ты благословил сегодняшний день, чтобы Ты, мой Бог, направил нас, чтобы Ты был с каждым из нас. Мой Господь, мы верим, что если Ты будешь с нами, у нас все будет хорошо. Помоги, мой Бог, нам. Дай мудрости нам, чтобы мы могли поступать правильно, благоразумно, как написано в Твоем Слове. Дай нам силу, чтобы мы не впали в искушение, чтобы мы преодолели гонения, чтобы мы решили все вопросы, которые нам нужно решить сегодня. Дай нам силу, чтобы мы могли поступать по вере и всегда уповать на Тебя. Все вопросы, которые нам нужно решить сегодня, мы отдаем в Твои святые руки. И мы не будем переживать, но будем верить, что Ты нам поможешь, и у нас все будет хорошо. Поставь, мой Бог, Твоих ангелов вокруг нас, защити нас, нашу семью, наших друзей. Защити нас от аварий, катастрофы, проклятия, от зависти, от негативных слов. Мы отдаем, Господь, сегодняшний день в Твои святые руки. И по вере мы провозглашаем, что будет успешным и благословенным днем во имя Иисуса Христа. Господь, мы молимся также за нашу страну. Мы просим, благослови Кыргызстан. Каждый день мы, мой Бог, обращаемся к Тебе и мы молимся за нашу страну. В Твоем слове написано: блажен народ, у которого Господь и есть Бог. И Ты наш Бог, нет другого. Царствуй в нашей стране. Благослови, мой Бог, нашу землю. Мы провозглашаем, мой Бог, что наша земля, наша страна будет развиваться, процветать для славы Твоей. Мы молимся также за другие страны бывшего Советского Союза. Мой Бог, есть люди, которые молятся с нами из разных точек этого мира. Издалека есть люди, которые молятся с нами. Да будет Твоя защита в их жизни и в их семье во имя Иисуса Христа. Мы молимся, мой Бог, за мир в Израиле. Мы молимся за мир между Украиной и Россией. И тоже просим, мой Бог, защити людей, которые сейчас находятся в опасных местах и нуждаются, Господь, в Твоей защите во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Богу!
Дорогие друзья, я уверен в том, что наша молитва была услышана Господом, и что Он уже благословляет каждого из нас. Аминь. Давайте сейчас поразмышляем над Словом Божьим. Я передам вам направление на сегодняшний день о том, что написано в Библии. Мы прочитаем 2 послание Коринфянам, 12 главу, 9 стих, где в Слове Божьем написано вот так. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». И здесь, дорогие друзья, Павел говорит именно о чем? О том, что он начал думать по-другому. Раньше он думал, что когда он в проблемах, в немощи, то есть когда в пустыне, он слабый. Но Бог сказал ему, что сила Божья совершается в немощи. И это нетрудно понять. Чем более мы полагаемся на себя, тем более мы не рассчитываем на Бога. Не так ли? Мы не доверяемся Богу. А когда нам тяжело, конечно, мы можем только на Бога рассчитывать. Поэтому Бог сказал. И тогда Павел, он завершает. Он говорит вот так. Поэтому гораздо охотнее я буду хвалиться своими немощами. То есть, даже из трудных моментов я смогу извлечь то, что хорошее. Потому что в эти моменты я ближе к Богу, чем никогда. Дорогие друзья, это слово для вас. Кто проходит через проблемы, как я сказал, через пустыню в своей жизни, и вам сейчас очень тяжело. Но Бог с вами. Он позволил вам слушать эту передачу сегодня, чтобы вы получили именно это направление. Вы сейчас ближе к Богу, чем никогда. Цените этот момент, молитесь, укрепитесь, и вы все преодолеете. Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени, и вы можете присоединяться к нам. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами, и в ваши комментарии добавьте вот эту фразу. «Я сейчас ближе к Богу, чем никогда. Мой Господь даст мне силу, я все преодолею». Аминь. Это точно будет в вашей жизни. Дорогие друзья, пусть Бог вас благословит, если это слово помогло вам. Ставьте лайки, отправьте вашим друзьям, и пусть Бог благословит вас обильно. Идем вперед, хорошего вам дня. Зажги во мне, Господь, пламенеющий огонь, завет нетленный заключил с тобой. Божий Дух Святой, поднимаюсь на алтарь твой, хочу быть одним целым, я с тобой. Дух Святой,